Всем привет. Сейчас мы быстренько выпьем максимум на этом ивенте и пройдемся по второй ветке нашей пасхалки. Уж очень мне стало любопытно. Восстановить остатки своей репутации. Вот так мы поговорим с Хельгой, возьмем у нее подсказку. Это не обязательно. Я слышала, палатка все равно там будет стоять, даже если вы не разговаривали с Хельгой и, собственно, не знаете про ее коллегу, которую вызвали доставлять ей был пару светлой короны. В прошлом ролике я арестовала эту подозрительную торговку, сдала ее ментам, ее оштрафовали, и палатка исчезла. В этот раз давайте поступим с ней по-доброму. Да, перекусить мы всегда рады. Давайте потом заглянем в бланш, посмотрим, что она там ей втюхала. Ох уж эти выпускатели рыбок. Что бы мы без них делали, никаких бы ивентов не было. Давай, дорогуша, взятку. Надеюсь, мне не придется платить за все это. Да, заодно спрошу, куда еще можно рыбу выпустить. Вот она пошла и сама сдалась ментам, да? Ничего не сделал, штрафанул, да и все. Будет знать, что выпускать рыбу это не к добру. Так, палатка еще на месте. Ну, давайте вернемся в Манштадт. Никого не арестовали.
upon the gale. Чудесный ресторан с вкусными блюдами и стражниками. Сумерского появилось. А ничего. Вот же врушка. Или продала что-то себе, оставила все слова. Товары. Стражники тут. Эй, вот эту торговку не видели? Не видели. Куда это чудило делось? Может, тут где-нибудь рыбу выпускать? Возле того чувака, который рыбу эту будет вылавливать. В ресторане. В ресторане тоже ничего нового не появилось. Давай вернемся. Когда мы арестовали, палатка исчезла. Палатка исчезла. Ну, видимо, это все. Больше ничего интересного нас не ждет. Тихо, мирно. Торговка сдала себя сама. Так. Я планирую еще несколько роликов. По ивенту и по сложным загадкам. Если у кого-то есть какие-то сложные загадки, которые мешают жить, пишите в комментарии. И также планируется, возможно, ролик, возможно, стрим пройтись по новому победителю 8. Тут у меня уже все зафармлено, но у меня еще есть другой аккаунт, где это не выполнено. Если вам интересно, как это все проходить, можно сделать ролики. На этом все. Всем спасибо и до свидания.